Всем привет! Значит, сегодня у нас непростое видео. Я на втором, то есть на своем новом канале. И сегодня мы снимаем Лего Бионикл. Будем снимать все сначала. В общем, вы сами все увидите. В общем, смотрите все это видео до конца. Подписывайтесь на канал, потому что у меня 0 подписчиков. Вот. Значит, сегодня у нас необыкновенный обзор, потому что сегодня мы снимаем необычный набор и распаковочка. Это у нас Star Wars. Заметили, ребята, как у меня все нормально? Да, мой новый телефончик. Ну что, все просто нормально сейчас будет видно. Что ж, это у нас генерал Гривус. Наконец-то у меня появился один наборчик Звездных Воинов. Значит, тут Лего Star Wars. Такой, здесь вот сам он стоит со своими лазерными мечами. Тут еще киборги всякие ходят за него. Тут сражается. Кто-то с кем-то сражается. Его лазерные мечи синий и зеленый. Здесь аж так вот их пробегает. Аж искры огневые летят. С 9 до 14 лет его можно собирать, значит. Артикул этого набора 75-112. Генерал Гривус. Ну, сразу видно то, что модель будет большой. Лего Star Wars. Дисней, ну да, это Дисней. 32 сантиметра. Стоп, подождите, ребят. 32 сантиметра в длину. Да он же просто огромен. Да, он у меня уже распакован, но я его еще не собирал. Так, 75-112. Лего Star Wars, как всегда, 32 сантиметра будет. Значит, здесь у нас остальные герои. Я не особо увлекался Звездными Войнами, только одного купил. Хорошо посмотреть, как он. Значит, здесь у него будет, как видно, механизм мечей будет вставляться. Вот так вот, да. Ну, меня уже этот набор порадовал. Я жду от него только больше. Что ж, давайте его приступим. Внутри нас ждет 4 пакетика. Ну, пакетиков в них нет, потому что я их положил в другую сторону. Инструкция. Пункта. Все вот детали здесь. Сам генерал Гривус, как вот в созданном облике. 75-111. Это Дарт Вейдер, я его точно знаю. Этого не знаю, этого не знаю, этого не знаю. Этого знаю Оби-Най... Блин, тоже забыл. Ну и генерал Гривус. 75-112. Лего Корм. Ком Стар Ворс. Здесь всякие наборчики. А вот здесь под конец страницы тут добрый сражается с генералом Гривусом. Как только узнаю его, сразу скажу. Дисней. И здесь уже оканчивается эта штука. Капец, какой хороший мне телефончик попался. Аж все видно. Ну, потому что тут маленький швец. Ну что ж, давайте его собирать. Первым сборка начинается с самого тела. Тело не представляет большого внимания. Все вроде крепится очень легко. Заканчиваем тело и приступаем к ногам. А ноги занимают почти весь набор этого героя. Деталей в этих ногах очень много, поэтому здесь придется очень туго. Собрали ноги. Потом занимаемся руками. Устанавливаем их. Надеваем щитки. Вставляем вот эти штуки для мечей. Вставляем мечи. Голову. И вот.
меня нет слов. Это генерал Гривус. Модель не просто большая, но огромная. Тут очень много полезных деталей. Приятные вот эти трубки, такие красивые все у него. Да просто вообще, я дар речи потерял, как только начал одел голову, и вы сами все видели. Фигурка, правда, очень большая. Ну что ж, как по традиции, начнем с головы. А что можно сказать о голове? Ну, во-первых, я скажу то, что голова это очень подходит нашему герою. Вот. Нарисованы здесь вот такие вот зрачки и его глаза. В принципе, вы знаете, вот эта вот голова чем-то напоминает звездолёт их. Вам ничего не напоминает это? Если напоминает, пишите в комментариях. Вот. Здесь у нас, где мы крепим, тут ничего нет, а вот здесь уже все нормально. Приятна ли эта голова? В общих чертах, да. Цвета хорошие, сама красивая. Да и вообще, она подходит нашему герою вообще просто на 100%. Ну что ж, теперь приступим к его подвижности. А вот этим уже другая история. Видишь ли, когда вот эта вот подвижность, что-то хотите ее как-нибудь подровнять, там вот это, как-нибудь, она просто ломается от этого, то есть разбирается. И вы просто, вот смотрите еще раз. Вот смотрите, вот например, хотите удлинить Гривуса. Вот сейчас покажу вам. Вот, смотрите. Хотите, например, Гривуса немножко поднять вон туда вот. И все. Она просто-напросто разбирается. Все, что мне не понравилось в этом наборе. Ну, можно сказать, что о ногах подвижность не так уж и хорош. Тут создатели слишком уж как-то сделали так, что Гривус быстро падает. Захотели взять за ногу, например, куда-нибудь его это, и все, она сразу разобралась. Так что у создателей подвижность собрать так не очень получилось. 100% вы знаете канал Гистермастер. 2 года назад он снимал генерала Гривуса. Он почему-то ничего не сказал про эту подвижность. То, что она отлетает. А сказал то, что она очень хорошая. Но мне кажется, она не так уж вот далеко, блин, отличается от его мнения. Да, вот если бы не эта подвижность, все в этом было хорошо. Ну, в принципе, можно за это закрыть глаза на это, но все равно как-то... Понимаете, как-то... Ну, хорошо. Ну что ж, перейдем к рукам. А если точнее, и к мечам, и рукам. Ну, руки, можно у него сказать, достаточно такие уж... Не замудрённый, ничего, просто прикреплены вот эти вот детали. И все, я-то думал, какие-то замудрённые будут. Как, например, на коробке. Вот, просто обыкновенно замудрённые. Ну, в смысле, я-то думал, они как бы замудрённые такие будут. Но они обыкновенные такие. Ну, да. Ну, все равно так, нормально. Мечи здесь, можно сказать, такие большие, да. Не знаю, почему Дистермастер не показал то, что они такие... Ну, в камеру прям не показал, почему они такие они огромные. Ну, просто они правда огромные. Ну, фирменные щитки Звездных войн здесь.
А что я хотел сказать о руках? А я уже все о них сказала, то, что сделаны обыкновенно, не так, как, например, ну, например, в принципе, тут у всех такие же. Ну, например, как... Ребят, а по-моему, у них у всех такие же руки. Не, ну просто у титанов как бы ей, ну у некоторых титанов такие большие, здоровые руки. Но этого всего лишь 4 бежевых кулака и вот такие вот спички. Не, спички это у дроида. 2S0. Ну, если я найду дроида, то я сделаю тоже на него обзор потом. Но это потом, это еще неизвестно, ребят. Ну что ж, что же можно сказать в итоге об этой модели? Покупать ли его, покупать или нет? Что можно сказать в итоге о ней? Покупать ли ее? Да, конечно! Круто сделано тело, чувствуется вес модели, крутая такая. Да и деталей много полезных. Огромная, красивая, хорошая. Но когда будете покупать, держите немножко в голове все его недостатки. Только один недостаток у генерала Гривса. Он косячный. И плохая, немножко плохая такая подвижность. Ну а в принципах других... Конечно, надо его покупать. Когда я первый раз его взял, я посмотрел на него, такой, сказал... Ничего себе, какой большой титанище, блин. Потом, когда собрал, у меня про ноги никаких проблем не возникло. Ну, потом немножко посмотрел. Так, не понял, а что это? Ноги что-то отваливаются каждый раз. Не, он ни в коем случае не ломается. Его просто сделали так, что он докосячен уже. Вот так вот, то что, блин, вообще капец уже. Так что, если у вас это в магазине есть, ну, если вы накопили много денег на него, если вы накопили там и думаете, кого же купить из «Звездных войн», конечно, надо его покупать, конечно. Конечно, его купите лучше. Он самый лучший злодей. Просто, понимаете, он очень хороший, хорошее качество. Ну, не то, что ноги. Все такое красивое. Трубки такие большие. Они просто огромные. Вот. Ну, а вы пишите в комментариях, кого просите увидеть в следующем. Сейчас я покажу. А показывать, в принципе, нечего. Я скажу. До 2016-го монстры у Мрак-Охотник. Они у меня есть, вы знаете. И... Пухату, Галли, Монстр землетрясений, Грозовой, какого из всех их хотите. Ну, не из четырех, конечно, из всех, кого хотите, кого знаете. Да, выбирайте сами. Пишите, обязательно пишите в комментариях. Да. Ну что ж. Пишите, в общем. Ждите обзоров. Смотрите меня, потому что канал этот уже лучше. Да. И, думаю, вам понравился наш обзор. Так что, всем удачи и всем пока. Где кто? Лазерные мечи разрубят тебя на кусочки.